Бля, яйца я проветриваю. Блядь, сука! Блядь! Извини, ой! Ну разбань, пожалуйста! А все, значит, я сейчас бабушке позвоню. Забанил. Алло, бабзой, меня здесь это за... Меня забанили. Что делать? Можешь сказать, чтобы меня разбанили? Кому сказать? Ну вот сюда говори, прям сейчас говори, пожалуйста. Можно Даню, пожалуйста, Разбанить. Да, здравствуйте. Слышишь, бабушка, а что дальше не слышу? Просто ваш внук Грифер, он портит жизнь игрокам. Что у вас там за игры такие? Вот этот вот чувак уже довольно-таки долго пишет, что он раздает алмазы и... Здесь написан Skype, Phantom Grief, Skype Данек, 192002. То есть я не знаю, правдивый он или нет. Кому ты алмаз-то раздаешь? Еще никого нет же. А, нет, смотри, КТП, к нему люди. Вот люди ведутся, зачем они это делают? Я не понимаю. Ведутся. А и я, кстати, не терплю, когда у меня на сервере раздают алмазы. Вот он ему раздает просто... Ты что, больной, что ли? Ну и что? Вот, сейчас попробуем написать, короче. MSG Phantom Grief. Твой скайп на табличке. Ну, у меня здесь арабские цифры, но там написано, что вот в чате можно видеть, что я пишу по-русски. Твой скайп на табличке. Я попытаюсь, если получится снять, и то я выложу это видео, если нет. Так. Сейчас. Добавишь. Он реально мне алмазы кучу дал. Или не мне. Да что ж у тебя как много их. Добавишь. Да. Да. Поиграть хочу. С тобой. Ай-яй-яй, что такое? Ох ты. Ой, меня тут, смотрите, грифер. Еще один грифер объявился. Просто меня убивает. Ну давай. Давай, кто кого. Нет, ты что, хочешь меня убить, Вован? Ну ладно, Вован. Пока, Вован. А гриферство запрещено, извини. Сейчас. Надо сейчас его добавлю тогда. Заразу, у меня все эти слетели. А почему у меня все вещи слетели? Что за читеры вообще? Охренеть. Шлем бога, откуда у тебя... А, да-да-да, все это нормально. Все. Сейчас я им позвоню, ребят. Сейчас мини-пауза. Попробую. Да, алло. Здорово. Здорово, Вася. Вот я тебе сейчас писал в чате. Да-да-да-да-да, я понял. Меня тут кто-то убил, видел? А ты что алмазы-то раздаешь? А что, нельзя? Я просто грифтил очень много, их у меня очень дохуя, и я хочу, то и делаю. Слушай, вот этот Вавангар меня убивает. Что с ним делать? Да послать его в жопу отсюда. Пусть идет, блядь, нахуй. Иди отсюда, блядь. А ты грифер? Я понять не могу. Ты откуда у тебя столько алмазов? Зачем ты их раздаешь? Да, я грифер, на этом серваке нету. Могу и гриферил. Просто мне хочется, блядь. Не, гриферить. А тебе не жалко? То есть ты грифер? Ты просто алмазы зачем раздаешь? Вот ты... Блядь, я просто хочу, что, мудак, что ли? Нет, я просто спрашиваю, вот ты сейчас здесь стоял и раздавал алмазы. Я вот, у тебя тут написано Phantom Grief, Skype, Данёк. Вот, 1-9. А это кто такие? Роланд? Роланд. Это, блядь, друзья мои, нах, тоже грифера. Я просто, я их сначала тоже загриферил, потом они, я с ними подружился, блядь, а эти мудаки, нахуй, меня слили, пиздюки. Ага. Ну, в общем, вот твой Skype, Данёк, 1-9. Да-да-да-да-да-да-да. У тебя голов как много. У меня просто лаунчер такой, у меня здесь скины не видно. Это разные головы или что? У меня даже свой скин. Да, это очень разные. Тебе дать алмазиков? Тебе не жалко? Нет, короче, вставай сюда, я сейчас буду давать. Вот сюда. Нет, ты ж только сейчас там давал алмазики. Нет, сюда, там просто сейчас мудаки будут бегать и тебя их отбирать. Пошли нахуй отсюда. Ну, ладно, давай, вставай, я тебе сейчас буду раздавать. Да ты только что сейчас там давал алмазы. Нет, ну я хочу, чтобы ты мне это... Ой, я что-то... Слышь, откуда у тебя такие удары? Почему ты режешь? Ой, блядь, нуб, нахуй, ёбаный, блядь, пиздец. Ты больной, фига, что ли? Фига ты, еблан, иди отсюда, нахуй, еще один приперся, иди отсюда. Ты чё, блядь, ты, пацан, ты реально нуб. Ну, я тебя только сейчас добавил, ты зачем? Ой, ё, упал я в воду.
Блин. Я грифер, ты понимаешь, я тебе сказал даже на прямых словах, я грифер. Ну а зачем ты это делаешь? Слушай. Ну не понимай дальше, ну так. Ну давайте еще кол напишу, у тебя никакое. Не надо тебе так. Блять, нахуй, я тут... Просто вот, я сам раздаю алмазы, видишь, понимаешь? Я смотри, написал. Я сам алмазы раздаю, я могу тебе еще дать, если уж ты такой. Я просто гриферов, я люблю их. Я... Алмазики? Давай, ну давай, мне все равно их много. Я возвращаю все, в принципе. Я тебе кол написал, смотри. Да ко мне здесь до хрена ко мне тпхуется. Ты вообще давно здесь на сервере ты играешь? Да, я еще на 1.7.2 играл. Да? Я там тоже грифер, а вы так меня не находили. Никак. Слушай, а можно тебе кое-что скажу? Меня никакие админы не находили. Можно тебе кое-что скажу? Чего? Ты мудак. Сам ты мудак, сука. На, блять, сучка, сам ты мудак. То есть ты меня сейчас убил, да? То есть ни за что ты мне, короче, грифанул. Да-да-да, ты так и понимаешь. Иди отсюда, блядь, нахуй. Ладно, я на спаун, все. Ну и пиздуй. Ну, игроки вообще жалуются на тебя, ты в курсе? Да мне, блядь, похуй, пусть хоть сосут у меня, блядь, мне похуй. На них дно, сучка, блядь, ёбаная, не да? Бей, иди нахуй. А ты сейчас дома у себя или где? Не, блядь, на улицу гуляю, яйца свои проветриваю. Ну, зачем ты так говоришь? Блядь, сука, блядь, сука, что случилось? Блядь, это ты, да? Чего? Я знаю, что это ты. Что? Ты сетнул мой дом, сука. Я сетнул твой дом? Да, сука. Ты больной? А каким образом? А хуй его знает, или, блядь, кто это сделал, сука. А, смотри, сейчас... Сука, да ладно. Это ты, да? На. Я сейчас к тебе домой, ты пошли. Смотри, вот ты умеешь считать? Да, умею. Стой, встань. Помнишь, где я умер? Я там стою, в яме стою. В яму в это. Ну? Ты в яму прыгай. Я же здесь, не видишь меня? Досчитай до трех. Раз, два, три. И ничего не произошло? Нет. Блядь, сука, что за хуйня была? Привет. Меня нет. Где тебя нет? Вот я. Подожди, у меня, сука. Где ты? Вот. Сука, это ты сделал? Да. Нахуй! Ну ты грифер, ты... Я не грифер, ты... ну можно да, считать ты... так. Ты... Я грифер, ты раздавал... сука, верни мой дом. Смотри, тебя люди уже бьют, ты раздавал. Пошел нахуй, блядь, сучка, на... Блядь, сука! Ну и правильно делаю. За что меня все пиздят, я их сам сейчас отпишу. Да ты потому что грифер. Ты пишешь, типа, сначала ты алмазы раздаешь, а потом... Это самое. Че, я сейчас начну тебя заяву закидать. Какую заяву ты закидаешь? Ты ну, сам грифер, ты мой дом украл, сука. Я твой дом не крал. Я тебя вчера не видел. Я его просто... Слышь, я веду себя плохо? Я не веду себя плохо, я просто гриферю. Блять, мой дом, сука! Хуй у тебя в штанах. Слушай, ну, извини, сервер, конечно. Сервер переполнен, блядь. Сервер переполнен, да, 100 человек играет. О, 99, давай, заходи быстрее, сейчас все нормально будет. 97, ура, блядь, я сейчас зайду нахуй, тебя отпизжу так жестоко. Да. Извини, ой! Потом, блядь... Собаки! Ну разбань, пожалуйста! Разбанить? Да, а за что тебя разбанить? Понял, блядь, сука, блядь. Вот моя голова. На 9 минут хоть. Ну разбань меня ещё. 9 минут навсегда. Я тебя навсегда забанил. Всё. Ты понимаешь это или нет? Тебя всё, нет. Всё, значит, я сейчас бабушке позвоню. Какой бабушке ты позвонишь? Зачем ты? Какой бабушке ты позвонишь, больной? Я тебя забанил. Алло, бабзой, меня здесь это меня забанили. Да? Меня забанили. Что делать? Че ты? Ты че такой, ты мне объясни? Меня, значит, это. Я заходить можешь сказать, чтобы меня разбанили? Ну кому сказать? Ну вот сюда говори, прям сейчас говори, пожалуйста. Можно Даню, пожалуйста, как? Разбанить. Вы действительно бабушка? Это реально бабушка твоя? Да, я бабушке позвонил, так что ты меня забанил. Я не знаю просто, как на это реагировать. А меня бабушка слышит? Сейчас. Бабзой, ты его слышишь, этого? Да, здравствуйте. Слышишь, это бабушка, а что дальше не слышу? Не слышите? Ну. Просто ваш внук грифер, он портит жизнь игрокам другим, и я не хочу его разбанивать. А вы хотите, чтобы я его разбанил?
что у вас там за игры такие? Я не знаю, это... Я не хочу его разбанивать. И всё. Ну все, услышала, разбань меня. Ты зачем бабушке-то звонил, придурок? Разбань меня, бабушка, что ты меня разбанил. Бабушке, зачем ты ей позвонил? Зачем бабушке звонил, ты мне скажи. Чтоб ты меня разбанил, гомосек, нахуй. Понимаешь, я не хочу сюда втюхивать бабушку, но ты сам виноват, что ты так заслужил бан, понимаешь? Я не могу тебя разбанить, игроки этого не хотят. Вот я сейчас снимаю антигрифер, вот, ребят, вы хотите, чтобы я его разбанил или нет? Блядь, сука, ты что, снимал еще? Да. Удалил, блядь, быстро. Кого удалил? Я не могу. Видео. Я просто снимаю антигрифы, я здесь админку купил и могу снимать. Вот. Тут есть вот такой донат, создатель. Представляешь, я создатель. Сейчас зайду, тебя и забаню. Создатель нельзя забанить. У людей, у которых есть привилегии, их нельзя забанить. Я сюда зашел, купил создатель, там стоит 500 рублей. Я могу тебя теперь снимать антигриф и вот издеваться над таким, как ты, потому что ты портишь жизнь игрокам, понимаешь? Ну разбань! Извини, не могу, игроки будут против. Не, Нет, они, потому что они все пидорасы, никто не будет против. А, то есть все, кто меня сейчас смотрит, кто это? Пидорасы все, чисто все пидорасы. Да меня там смотрит, наверное, человек 5. У меня подписчиков нет. А, ну плохо, значит, все 5 пидорасов. Ну я не могу тебя, в общем, разбанить. Да почему ты не можешь меня разбанить? Ну разбань, я это один не по грифера, дальше буду гриферить. Я не верю тебе. Я только день не по гриферу, а дальше буду. Деньги по нельзя гриферить. Ты, я тебя забанил, все, ты больше играть не будешь. Извини, я серию, в принципе, снял. У меня уже тут натягивает нормально времени. Так что пока. Нет! Нет, извини, Даня. Пока. Да. Слушайте, ребята, я придумал такую идею. Вот вы сами видели, как все спонтанно получилось. Серию действительно получилось снять. Смотрите. В общем, на момент выхода серии, 10 минут, первые 10 минут я буду на сервере, вот здесь вот, вот тут мое имя, вот здесь вот, и буду давать им возможность сделать скриншоты со мной, просто на меня посмотреть, и я там могу кидать там вам алмазы, алмазные блоки могу покидать немного. То есть первые 10 минут с момента выхода видео, то есть прошло 11, меня уже здесь не будет, не надо писать, не звоните, то есть... Не надо через 20 минут заходить и писать, где Серджо. Серджо был в первых 10 минутах. Если 10 минут прошло, все, можете меня здесь не искать, меня здесь по крайней мере не будет. А так, в первые 10 минут вы можете меня еще успеть здесь увидеть. Вот такой вот бонус вам. Да не пиши ты мне, кто мудак? Да ты баран, что ли? Все, ребят, заходите на мой сервер. Ой. Ой-ё. Всем спасибо, всем пока. Все.